Если вас или ваших друзей и знакомых интересует лечение псориаза, экземы, нейродермита, угревой сыпи, атопического дерматита, других кожных заболеваний, а также, возможно, интересуют заболевания суставов, там, артриты, артрозы, остеохондроз позвоночника, болезнь Бехтерева. Возможно, вы уже искали разные варианты лечения. Знаете, нашел очень доступный и достойный бюджетный вариант лечения, где цена несоизмеримо отстает от качества получаемого результата. Это Западная Словакия. Купели Смардаки. Ну, название не очень такое созвучное, но, вы знаете, был приятно удивлен. Обычно врачи, дерматовенерологи говорят, вот наша кожа, у нас тут прекрасная грязь, сероводородные ванны, минеральные ванны, все прекрасно, мы можем помочь человеку, но, вы знаете, был опять-таки приятно удивлен и по-хорошему влюбился в местного главврача, как специалиста, что он сказал, да, ребята, наши ванны здорово, они усиливают лечебный эффект, но давайте поправим еще здесь и поправим еще немножко ниже здесь. То есть он прекрасно понимает, что система питания и система распределения тоже имеют огромное значение для того, чтобы получить лечебно-оздоровительный эффект. Я, вы знаете, на 200% с ним согласен. Хотя шведский стол как везде. Каждый человек находится на самостоятельном выборе тех продуктов питания, в принципе, на которых он болезнь-то и вошел. Ведь каждый человек, питаясь определенным уникальным способом, он развивает у себя любой набор из 30 тысяч известных на сегодня заболеваний. И, увы, к сожалению, питание на курорте продолжается, если оно продолжается таким же образом, оно не дает возможности выйти из болезни, вы скорее находитесь в состоянии болезни. Поэтому прежде чем поехать на любой питьевой курорт, на любые бальные процедуры, физиотерапевтические процедуры, вы должны понимать, что грязи, ванны, другие физиотерапевтические процедуры, души, это система распределения крови, вернее перераспределение крови по вашему организму. Эта кровь должна нести полезные питательные вещества к одним органам и способствовать активации выделительных систем, то есть нести кровь к другим органам с продуктами жизнедеятельности, отходами. Если вы правильно управляете этим процессом, ваше состояние здоровья улучшается, и вначале обязательно должна быть бальнеологическая реакция, то есть организм должен среагировать на комплекс проводимых мероприятий. Если же вы что-то делаете неправильно, ну, вы находитесь в состоянии болезни, получаете временное улучшение, временное облегчение без стойкого хорошего эффекта. К сожалению, даже на крутых курортах я видел, есть диетические рекомендации, но они касаются одной болезни всего лишь. А человек в возрасте от 30 лет, статистика об этом говорит, каждые 5 лет набирает 3-4 новых заболевания. И плохо, если человек заболевает до 25-30 лет. Это говорит о том, что у него генетика еще слабовата. Его образ жизни, его система питания не позволяет организму находиться в состоянии здоровья даже в таком относительно молодом возрасте. Что уж говорить о более людях более старшего возраста, когда каждые 5 лет 3-4 новых болезни человек приобретает. А это сложности в системе питания. И прежде чем ехать на какой-то питьевой курорт, получать какие-то физиотерапевтические процедуры, неплохо было бы изменить свою систему питания, изменить свой образ жизни, адаптировать его к тем болезням, которые вы уже накопили, для того, чтобы, тренируя вас, вывести вас из состояния болезни в более комфортную зону здоровья. Если вас такие варианты интересуют, если вы понимаете, что, в принципе, отношение к себе как достаточно сложному механизму и создание комфортных физиологических и тренирующих условий вам необходимо, контакты вы видите, вы можете ко мне обратиться. Кстати, могу помочь попасть и на этот курорт Смардаки. Вы получите больше здоровья, больше информации. Ну, а под этот ненавязчивый дождик, кстати, вчера была супер солнечная погода, вы понимаете, в горах погода меняется достаточно быстро. Тут невысокие горы, но они все-таки есть. Под этот ненавязчивый дождик это видео буду заканчивать. С привычными подписчиками моего канала словами.
Крепкого вам здоровья. Редкая машина проехала. Воздух чистейший. Дышится легко. Несмотря на то, что, в принципе, здесь, залежи сероводорода достаточно концентрированы. Одни из самых концентрированных в Европе. И грязь не используют в чистом виде. Ее немножечко разводят. Причем в несколько раз, потому что в таком виде сероводород достаточно сильно влияет на сердечно-сосудистую систему и возможны варианты, возможные осложнения. Ну, здесь эти факторы используют на 100%, я в этом убедился. В питании понимают, что его нужно регулировать, но не увидел особых движений в этом направлении. Поэтому, если вам нужно отрегулировать питание, не вопрос. Контакты вы видите, вы можете обратиться. Если вам нужно подстраховать свой организм фитопрепаратами, да, аутоиммунные процессы, процессы, связанные с заболеваниями кожи, опорно-двигательного аппарата, они напрямую зависят от состояния пищеварительной системы, печени, почек. Потому что пищеварительная система – это система доставки в кровь полезных питательных веществ, которые вы можете перераспределить различными физиопроцедурами на этом курорте. Ну, а печень, почки – это система выделения. А если взять кожу, кожа тоже выделительная система. И через потовые железы кожа выделяет то, что не вышло через ваши почки, не смогло выйти. Ну, а сальные железы показывают, в каком состоянии у вас находится печень. Все очень просто. Два, скажем так, канала удаления токсических веществ, малых, мощных. Кожа, ее мощность в выделительной системе аж 5%. При этом почки 20%, а печень 70%. Вы понимаете, насколько велика роль этих более мощных фильтров. Если там какие-то ферментные системы у вас отстают, то кожа показывает те проблемы, которые вы, увы, уже накопили в своем организме. И лечить кожные заболевания нужно. Конечно, это визитная карточка вашего организма. Но важно правильно относиться к более мощным фильтрам печени и почкам, а заодно пищеварительной системе, мыслить правильно, и здоровье только приложится. Поэтому если вы понимаете, что комплексный подход к вашему здоровью – это лучший выбор, это лучший вариант, контакты вы видите, вы можете по ним легко обратиться и получить более исчерпывающую информацию для вашего здоровья и активного долголетия. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. До новых встреч на моем канале. Кто не успел подписаться, не забудьте нажать на кнопку и подписаться. Кстати, можете оставлять комментарии. До новых встреч.